Здесь президента страны встречают уже второй раз. Впервые Владимир Путин проверил строительную площадку еще в 2016-м. Осмотрел ее с вертолета, пообщался с рабочими. Тогда обсуждали только проект. Теперь это почти готовое сооружение. Со строительством моста должно быть увязано повышение пропускной способности и модернизация всей транспортной инфраструктуры Крыма, в том числе автодороги из Керчи в Симферополь. Глава государства уже пообщался со строителями и прогулялся по готовому участку автодорожной части сооружения. Строительство Крымского моста близится к завершению. Владимир Путин отметил, хотелось бы, чтобы люди могли пользоваться Крымским мостом уже в летний сезон. Возведение основных несущих конструкций автомобильной и железнодорожной арок длилось больше года. Завершилось осенью 2017-го. Сейчас рабочие уже обустраивают проезжую часть, укладывают асфальт, устанавливают барьерное ограждение и опоры освещения. Движение по автодороге планировали открыть в декабре 2018-го. Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей в сутки. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение. А в следующем году и железнодорожные сообщения. Это даст импульс развитию... Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. Железнодорожное движение через мост запустят в декабре 2019-го. Сейчас выполнено больше половины строительных работ. Сформированы 190 из 307 опор, собраны более 40 из 160 тонн металлоконструкции пролетных строений. Крымский мост станет самым протяженным в стране, почти 19 километров. Он не просто соединит Краснодарский край и Крым, но повлияет на многие сферы жизнедеятельности полуострова. Ожидается, что в Крыму, интегрированном в транспортную систему страны, снизятся цены на товары и услуги. Увеличится количество туристов на полуостров. Наталья Мешкова, Юлия Ефремова, информационный канал Севастополя.